Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Сегодня продолжаю сборку КАМАЗа от фирмы «Звезда» и будем красить внутренности кабины. Для этого буду использовать натуральный серый XF53. Этим цветом буду делать всю обшивку. X18. В этот цвет покрашу руль и покрашу панель приборную. И цвет XF85, Rubber Black, резина, покрашу коврики и пол кабины. Сейчас сначала сделаю как бы небольшой пришейдинг или небольшую грунтовку, но грунтовать буду краской черной XF1. Приступим.
покрасил внутренности кабины. Теперь дадим хорошо всему высохнуть и соберем полностью кабину. И посмотрим, как она будет смотреться уже в собранном виде. Покрасил и собрал кабину. Что хочу сразу сказать, очень хорошая стыковка. Все становилось на свои места без каких-либо проблем. Ни грамма не потратил шпаклевки. Попробовал немного изобразить панель, при этом использовал цветные лаки и хром. Все цвета от Томеи. Замаскировал и вставил тыльные стекла. Осталось еще поставить на кабину несколько деталей. Замаскировать лобовое стекло, боковые стекла на двери. И в принципе уже кабину можно красить. Очень понравилась стыковка. Главное внимательно все смотреть и ставить все на место в свои пазы. На этом, друзья, видео буду заканчивать. Кому интересно увидеть продолжение, подписывайтесь на канал, оставайтесь на канале. Скоро будет продолжение. И также хочу посоветовать, друзья, вот такой вот клей от фирмы Томея. Очень он мне понравился. Им можно прихватывать временно какие-то детали. Вот видите, тонкий носик. Выдавливается маленькой капелькой. И данным клеем очень мне понравилось клеить стекла. Все, друзья. До новых встреч. Всех благ вам и вашим близким.